закаленный как сталь, быстрый как ветер, сильный как дракон. Это качество ушу. Пройди путь величайших мастеров Востока. Совершенствуй здоровье и дух. Приходи в школу боевых искусств Сань Гуан. Занятия проводит старший тренер ушу в области по детям и юниорам. Вадим Сергеевич Трайзе. Запись по телефонам 54 48 60 и 8 775 976 63 94. Здравствуйте! Силу и ловкость нужно поддерживать постоянными упражнениями. Именно этим и занимаются ежедневно ученики школы боевых искусств Сань Гуан. И в сегодняшнем выпуске вы увидите. Какие упражнения помогут самым юным ученикам довести до совершенства свое мастерство? Рубрика для тех, кто жаждет овладеть такими качествами, как бесстрашие и сила воли. Пост дал, пост принял, успехи прошедшего года и надежды нового. Это и многое другое прямо сейчас в программе «Ушу. Искусство побеждать». Добрый день, уважаемые телезрители! Мы начинаем разминку для самых маленьких. Нихао! Начнем разминку с пробежки. Побежали! Левым боком. Правым боком. Партизанский мостик по парам. На этом блок разминки закончен, мы переходим к блоку растяжки, который проведет старший тренер области по детям и юниорам Трайзе Вадим Сергеевич. Сайтен! Добрый день, уважаемые телезрители! И вновь растяжка для самых юных зрителей. Нихао! И начинаем с приседаний. Ручки за голову, приседаем. И первое упражнение. Садимся на пол, левую ножку вперед, наклоняемся лбом до носочка.
Меняем ножку. Поднимаемся, греем связки. Следующее упражнение. Садимся на пол, две ноги вперед, достаем до двух ног. Ноги в сторону. Поднимаемся, греем связки. И заключительное упражнение. Садимся в шпагат и разворачиваемся в одну, в другую сторону. А на этом блок подтяжки окончен. Приходите к нам, занимайтесь вместе с нами, чтобы будете гибкие и здоровые. Сайтян! Внимание, уважаемые телезрители! Теперь любой актюбинец сможет заниматься ушу в своем районе. Спортивные залы школы боевых искусств Саньгуан открыты для всех желающих. Вашему вниманию очередная расшифровка форм третьего стандарта Чаньсуань. Противник атакует вас ногой, вы ставите блок и наносите удар локтем в голову. Хватаете противника за голову и наносите удар коленом в корпус. Второй противник наносит удар рукой, вы сбиваете его руку и наносите удар коленом в корпус. Затем наносите удар в прыжке с разворотом ногой в голову, после чего наносите контрольный удар в корпус. А сейчас традиционный раздел ушу саньда. Нихао! Рассмотрим данную связку. Противник бьет ногой, уходим от линии атаки и ловим ногу. Бьем. Зачем? Встречаем правым прямым и подсечка. Yeah.
Рассмотрим данную связку. Противник атакует передним ударом рукой. Сбиваем руку, делаем захват за шею. Затем делаем подсечку. Смотрите нашу передачу и занимайтесь вместе с нами. Сайта. Михаил, а сегодня мы продолжим разбирать сложную акробатическую связку, состоящую из серии фляг назад и заднего сальто. Заднее сальто назад с места выполняется намного сложнее, чем сальто назад после серии фляков, так как оно выполняется по инерции. Для начала выполняем сальто назад с поддержкой партнера. Далее выполняем серию фляков назад с максимальным упрыгиванием вверх. Соединяем эти два элемента, и у вас получится вот так. Уважаемые телезрители, все акробатические элементы, показанные в данной передаче, выполняем строго по наблюдению специалистов. Сайтен! Здравствуйте всем, кто смотрит сейчас нашу телепередачу, а сейчас с вами раздел самообороны. Противник хватает сзади за плечи, вы поворачиваетесь по 45 градусов и осуществляете болевой прием. Далее идет добивание. Противник хватает вас за плечи. Вы скидываете куртку. Идет удар задней ногой. А на этом все. До скорых встреч. Здравствуйте, дорогие телезрители. Начинаем гимнастику для всей семьи. Первое упражнение – ходьба на месте. Второе – мельница. Третье – качели. И четвертое – наклоны в стороны. Сегодня все. Желаем бодрости и здоровья. Пока! Закончился год 2013, а впереди нас ждут новые достижения и победы. В ушедшем году ученики школы боевых искусств Саньгуан покорили новые вершины мастерства и были отмечены как в казахстанских соревнованиях, так и в мировых. И сегодня мы немного расскажем о том, каким был прошедший год для школы Саньгуан, а также каким обещает быть год 2014. Этот год у нас был довольно-таки удачный. Спортсмены выезжали на различные соревнования, чемпионаты, кубки, первенства Республики Казахстан. Также
выезжали на международные турниры. Самое знаменательное событие у нас было – это чемпионат мира. Чемпионат мира по взрослым, который проходил в Малайзии. Там мы тоже постарались показать то, на что мы способны. Участвовала 141 страна. Ну, мы зацепили за 20-ку лучших. Поэтому я считаю, что все это неплохо. Это начало. Дальше будет еще больше, интереснее. Будущий год. Сейчас у нас в планах чемпионат области. Дальше к нам приезжает Евгения Рагулина, будет проводить семинар. После этого семинара у нас получается чемпионат Республики Казахстан, где будет отбор на чемпионат мира, который будет проходить в Турции. Ну, надеемся попасть туда тоже и показать там свой результат. Всех вас поздравляю с наступающим Новым годом. Год лошади должен быть для нас, для всех удачный. Лошадь — это очень хороший знак, такой работящий. От вас что требуется? Требуется, чтобы вы прилагали максимум усердия, старания, и тогда будут хорошие результаты, будут хорошие поездки, куда вы пожелаете. А сейчас хотел бы вручить каждому из присутствующих подарок. Они такие небольшие, но очень вкусные. С Новым годом, Сайгулой! Ура! На этом мы с вами прощаемся, но перед этим хотим поздравить вас с наступающим Рождеством. Будьте счастливы и берегите друг друга. До свидания. Закаленный как сталь, быстрый как ветер, сильный как дракон. Это качество ушу. Пройди путь величайших мастеров Востока. Совершенствуй здоровье и дух. Приходи в школу боевых искусств Саньгуан. Занятия проводит старший тренер ушу в области по детям и юниорам Вадим Сергеевич Трайзе. Запись по телефонам 54 48 60 и 8 775 976 63 94.